Или он по берегу? Он, ну, на такой же дистанции от берега, как и я. Тебе еще 9 минут бежать. Грубо говоря. Ебать, ты его обрадовал. Было 28. А мне что делать? Таки к нам. Мы, наверное, если отсюда побежим, только если на СЗ. Я не хочу там ни в мышке, ни там кого-нибудь. На СЗ хотя бы там стрельба слышно. Да он в Комарова может сейчас пизды раздать, ёхтать. А чё, Макс, тебе, блядь, по этой? По оврагу по этому, всё время прямо. Да я понимаю. Ты думаешь, я там никого не встречу? О, Макс стрим включил. А ты, Макс, на так видео не пилишь ни на чё? Не. Ну, если только холм видео ед. Пацаны, а может кто-нибудь нарезки будет снимать? Бля, куда я нож делал? Я нож проебал с вашими, блядь, стримами. Это самая ценная вещь, походу, которая не шарит. В монтаже. Так, я и не заморачиваюсь. Как нам надо уже видео начать попилить, короче, как нас вырубаются. Да, все снимают. Один троих там, да? Все снимают на мороз. Зомбаки как нас убивают, захожу. Нам ты что говоришь, мы там за тебя... А я пробегаю. Чувак отстал. Сейчас только загружусь, бах-бах и все. Не, ну Макс поменьше будет бежать, ему 18 минут бежать. Чё, они за тобой бегут? Или кто-нибудь? Нет, 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 и чувак тоже тот не бежит уже. Ох, ёпарасоте. Может, он к ним бежал? Может. Представь, их 4, опять. Я не понял, тот это один из тех, кто был? Двоих на крышу залез или третий, короче, но их там, если плюс минимум трое, короче, теперь, если с этим чуваком, который с черным на кристалл. Короче, как будешь подбегать к этому? Ты уже спрашивал. К военке? По дороге, ну ты по дороге, наверное, побежишь, где-то не от кого тут чекать. Направо смотри, в елке там. Сильно меня палит? Ну, палит, надеюсь. Ты в горке прям? Не, не в горке. Там вот ты будешь пробегать последние машины, то есть там уже где-нибудь заканчивается будет. Я буду в елках рядом с колючей проволокой, короче. Колючая проволока по дороге. Налево палит. Макс, ты же поделишься обоймами с Жекой на 74. Какими? Одной? На 74. Ну, у него две, и у тебя тоже, по-моему, две, да? Ну, да. Ну вот, по две, ну, нормально. И у меня помимо двух обоим заряженных, у меня еще 20 патронов. А у меня, вам сказать, сколько? А, не, я же зарядил все в обоим. Не, еще 14 патронов, может. Ну что, ты где? Кто? Тёмыч. Каменки уже. Что там, не умираешь от голода? Не-не, обжарит меня. Трейд этот пропал. Смотрите. Так, у меня есть что попить? У тебя есть вода? Ну, тут колонка. Так, я начинаю пить, надеюсь, меня не убьют, пока я пью. Не, ты один начинаешь пить. Хватит анимацию свою. Не, вроде... Thank you.
Хидроид пропал. Из-за хота. Кстати, ход исчез. Я так понял, теперь раньше, типа, если ты стоял на месте, ход не исчезал. А теперь можно в одежде спокойно охладиться, если ты стоишь на месте. Ебать, у меня первый, блядь, слот Глок, второй слот FNX, блядь, третий слот Blaze, блядь. Пиздец тут, блядь, всякого говна, блядь. Выбежал из камень? Нет. Охренеть, прикинь, в одном доме три репитера. Патрики на КМ подобрал. Ёбать, не было в зоне. Сами этот тип в натуре там где-нибудь в ёлке сидит, кемперит. Ну я за что стал. Ну чё, вы никого хоть никого не минусанули или нет? Могли минусануть, но он убежал. Мы решили типа дождаться хорошего момента, но он просто пробежал с военки и съебался. Ну я думаю, они теперь там все сидят, пожидают. Ну, блять, у них тоже терпения надолго не хватит. Мне кажется, зомби кровоток пустили. А, конечно, отсюда на СЗ знаете, сколько бежит? Делать ничего. А есть этот? Салина? Физуха, да? Блядь, ну отстаньте от меня, уёб. Смотри, чтобы тебя опять когда... Я же правильно мимо зеленки должен бежать. Ну ты мог вообще по краю карты бежать и все, и ты прибежал бы к нам. Нет, там люто. Там нет никого. Так в два раза ближе. Чем ты будешь на зеленку, от зеленки Павлова отправлю. Я сбоку от зеленки пробегаю, на мне слева осталось. Ну все правильно. Ну ты вообще в лес там сверни, по краю карты просто беги и прибежишь спокойно. Так, я на заправке уже. Так, где тут этот? Готовьте Салину. Ну ты можешь, Макс, правее даже. Зеленка еще даже правее дать. Да я и так правее вижу. Градусов на 20. Может быть на 22? Может на 22. Как в армии. Азимут, азимут, быстрее мне, блядь, азимут. Тут тоже компас есть. Блять, а у меня нету, прикинь, этого. Чем перебинтоваться, пацаны. Навстречу бегите. А у меня есть что? У меня есть, сейчас иду. У меня нет просто. Да я бегу. Ну ладно, я с везухой. Я может тоже так побегу, что мне тут подумаешь. Да сиди. Ты по дороге бежишь? Да, по главной, вот уже вижу эти. Автобусы, ёбусы. Вот ты прям рядом со мной, Макс. Ну, практически я чуть правее. Меня видно назад? Посмотри в правую сторону. Прям сам назад, в правую сторону. Вот ты сейчас меня видишь? Я тебя, да. Пацаны, у меня кровотечение. Ну, видно. Так, чуть-чуть. Иду. Не вижу тебя, я вдоль машины. Ну, да я только вот подбегаю к первой машине. Блять, ебать, что? за мной, охуй, не беги сюда. А тут два типа, мансуют. А, вижу, я перевязываюсь. Это ты бежишь? Да, там два типа. Где они? Блять, в машинах, лутают машины. Дай ствол, быстрее. Иди сюда, я заел. Ага. На Блейз на. Они в какую сторону побежали? Ты где? Да, блять, за елкой прям. Назад, сзади елка, сзади тебя елка, блядь. А.
какую сторону побежали пацаны эти? Подожди. В смысле, если они ко мне побежали, я к прям... Ну они в твою сторону собирались. Взял? Я бросил Блейз. Да, да, и Патрики. Блять, какие там нахуй? 308? Да. Скинул. Так, я немного... Он заряжен? Да, заряжен. Так, усядем. Так, я левее обхожу их. Давай. Бля, я с Глоком остался, поэтому я особо не лезу. Вы меня-то проинформируйте, я с АКМом. Подожди, сижу. Пока Спасибо. Еще никого не видим. Они тебя спалили, Женек? Да. А что они начали делать? Ничего, он за машиной присел. Их точно двое было? Я двое увидел. Я ухожу на правый лес, туда, на ту сторону. Да, я понял. Ну и что, сидеть около военки, да? Да, да, да. Сиди, они к тебе придут, если что. Если увижу их хреначить во всю мощь. Да, конечно, по ногам. Старайся ванкульс. Ванкульс их отправить. У меня есть наручник. Не, если я увижу залутанного типа, то может лучше ему в бошку, чтобы это залутать. Ну или так. Я в бошку хер попаду, я просто зажму на самом деле. Тихо. Пока не кого-то. Хотя бы, а? Прям где машины были. Не вижу туда. Но я не верю в то, что они съебались. Они могли в сторону берега побежать, а я там уже не увижу. На берегу я, прям на берегу. Я в красной этой ветровке в свечах. У одного сто пудов был рюкзак школьный. А второй с машины достал, потому что я видел там в машине красный рюкзак. Я подхожу к углу военки. Ну, не к военке, а выше тебя где-то, Серег. Я еще немного в другой елке теперь. Но я выше тебя. Серег, у тебя военку видно? Да, нормально. Так, вижу движение. Смотри, что если в елке меня не перепутают. Так. Один, они побежали вверх, понял? От машин вверх побежали, в лес. Один зеленый рюкзак военный, большой. Одного только увидел, второго пока не видел. Так, зеленый рюкзак у меня. А, большой зеленый рюкзак у тебя? Ну, военный, да. Нет, не военный, турист. Нет, не мой. Че, ты по нему работать не хочешь? Нет, я его не вижу. У меня блэкпак. Я понял. Сейчас Макс турист. Встретить их может, кстати говоря, если они передумали вот так. Они, короче, побежали туда, в тот лес, который ты. Вверх. Да, они сейчас будут палить эту военку. Уже больше не вижу его. Прям на бугор сто пудов пошли. Так, я туда левее возьму, чтобы было видно. Блять, туман. Зомби ко мне все ближе, ближе идет. Лех, так, это ты, да, бежишь около ее на по берегу, у рядом да, с своей. Пацаны, я на военку побегу, в палатку, вижу этот его зомби. Я на военку захожу, где-то рядом с тобой, Серег. Кстати. Это я. На военку захожу. Сядьте в углу вот этой зеленой хрени. А по кому я стрелял? Я по зомби. Я на противоположную. В это, на противоположную там АКМ. Ой, это 74-ка. Забрать ее, если хочешь? Конечно, у меня магазин есть, нахуй, и каштан. Каштан, ты лучше от бедра свой, без прицела стреляй. Я уже близко. Каштан, ты когда близко? Зажмешь. Так, а так как ты говорил, что они забрались вверх, я тут сам. Нет, АКМ.
Там красная пятерка или шестерка там стоит. Вот они от нее прям. Есть МП5 в той палатке, и там, по-моему, в этой же палатке обойма. Так, что можешь... так, вижу тебя, да, наверху в этой. В елке? Нет, Женька вижу. В военной палатке. Пидоры. Слазим. Там еще трое еще могут сюда прибежать. Че, будем их ждать? Да. Вообще нам Макс еще. Макс, ты можешь их встретить, так что аккуратно. Да я понял уже, у меня тут ФПС уже скакано. У меня три магазина, нахуй, на АК-74. А калаша не с пизи, нет? Калаша нету, сука. Точнее, он. Ну, не знаю. Тихо, ну. Тихо. Тип бежит, идет по дороге. По машинам? И рядом со мной. А он с двустволкой сейчас бегать. Блин, он так встал, неудобно. Инфу, инфу, инфу. Рядом с красной этой пятеркой. Ага. Открыл огонь. Ты валил? Да, я по нему открыл, не знаю, попал. Где он, где он? Лёжа, блядь, инфу. Не знаю, убил, нет, рядом с красной машиной упал. Который прям возле базы? Да, возле. Прям возле базы красная машина. Иду, так, иду, вижу. Иду к нему. Убили его? Не знаю, иду. Мне похуй. Второй синий рядом рюкзак? Его синий рюкзак? Не знаю, он рядом с красной машиной. Он мёртв, не мёртв, не знаю. Да там, блядь, меня не видно, сейчас подбегаю. Да похуй, я иду. С, рядом со мной в ёлках второй. Рядом со мной в ёлках второй. Был, тебя первый. Вижу, Серёг. Его нет. Чё, там труп, да, лежит? Трупа тоже не вижу. Я имею в виду того чувака, который в ёлках с тобой, не вижу. А ты точно меня видишь? Я с калашом в ёлку сейчас. А кто рядом с тобой-то второй? Противник, ёпта, с ним рядом. Это ты перебегал дорогу? Нет, это я. Блядь, что ж так бегаешь-то? Ты красный такой беспалевный, пиздец. Чё, я убил того типа? Да. Не... Добей его, вдруг он в конкурсе. Стрельба. Это я. А хуй у него все руинит? Я одним выстрелом ЦКМ в него попал просто одним. Но он руинит весь. Какого хрена? Что за... Вообще все руинит. Так, ну что, менять по позицию, потому что тип рядом со мной бегал, он может знать, где я сейчас. Да все, он нахуй не нужен. Не-не, стой там. Он тебя даже не видел, тебя не видно, понимаешь? Я вот я тебя не вижу. Он слышит меня, он ключит. Я вижу его. Где ты его видишь? Он идет. Где? Он прям, да вот прям перед нами в кустах, ёпта, в шлеме. А, вот, теперь видно. Да ебать его, блядь, оттуда стопов не видно. Если тип слышал, что я тут, он может увидеть. Так, я пойду шмотки золотая. Давай, давай. Я пока бэкаю, тоже не лаю. Вот здесь я сижу. Оп, меня, меня стреляют. А? Да, я в Анкульсе, возле палатки. Он сверху, он на горе. Справа от тебя, Серег. Сверху на горе. Я в Анкульсе. Блять! По мне стрельба. Я тоже в Анкульсе. Чё он стрелял? Я... Ну, где он? Да сверху на... Справа на горе от меня. Военная база, он сверху на горе. Вы гоните, я с глоком, блядь. Ты пали типа у нас, если он подбежит ко мне или к нему. Попробую убить как-то. Меня не. А ты Тём где? Возле палатки первой, только возле входа лежу. Так, а я, значит, кого-то положил рядом с тобой. Где сверху на горе? Я не знаю, стрельба оттуда была сверху. Вот поляна есть, военная база, и справа от нее поляна такая. Вижу тебя. Он с чего в тебя дал-то? Не знаю, один выстрел услышал. Я может, тоже один. Один-два выстрела, я в Анкульсе попал. Ты в Анкульсе? Я в Анкульсе. Я. Ты один-то. Не совсем. Я так и знал, что мне надо было позицию менять. Я совсем сверху на горе. Ну, то есть уже там на военке? Да, да, да. Чекай, чекай. Вон он бегает, бегает. Он бегает в ёлках. Блять!
Ноги сломал. Макс, Макс, давай, Макс, решай. Он не один. Я тебя перебинтовал. Кого? Тебя. Давай, это хорошо. Жду тут попробовать просыпаться надо. Давай, живи, 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 живи. У меня ноги сломаны. Сиди в палатке, перебинтуйся тоже. Или это я там? В палатке сижу. Но я говорю, сиди там, перебинтуйся и жди, Макс наверху. Они по елкам лазят, я не вижу их. Зомби пытался тебя забрать, я... Они с левой стороны поляны или с правой? Они прям в первых елках, они в поляне, вот кусок елок таких. Ага, все, я понял. Короче, прям посередине на выходе. Да, да, да. Давай, Макс, Макс, пробуй. Ты... А ты сверху над ними, Макс? Я сверху над ними. 74. Да, давай, пробуй. Да умер. Ебать, по кому? Дед, это я стрелял. Дед. Ты дед? Да. Круто. Тём, я переломанный, я не могу ничего. Я проснулся. Бля, ползи куда-нибудь, ползи. Уходи, 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 может вытащишь. У меня этот сломан, блядь, мне нечем перебинтоваться. Чё, иди ко мне в палатку. Я респаунюсь. Я умер, я умер. Скинул, скинул. Передо мной. Бля, мы все в одной палатке. Тихо, Артур. Папа, а сейчас убью. Понимаете, у вас одно хп. Все, валю отсюда. Да блин, почему вы не знаете? Макс, дай инфу, Макс. Какую инфу, меня убили? Ну где? Ну самое, где лес начинается прям. Они все в тех же елках были. Короче, Тём, вот где ты лежал? Слышь, Тём? Ну-ну-ну. Вот где ты лежал, если сзади тебя получается бугор, правильно? Ну. Вот они в этом бугре. Ага, я понял. Сейчас я убегу. Подальше чуть-чуть. Я живой, но я весь переломан. Так, Патрики. Сука, они мне патроны зарыняют. Как патроны починить багом? Справились. Я не в курсе, кстати. Да, у меня два патрона, что делать? Когда тебя убьют, ты вот так кром. Так, я вылез. Блядь, мне нужны патрики на БС. Какие там? 308-е. Да ты мне все скинул. Ну да. Бля, вот если ты... У меня два патрона. И вижу тело. Где? Побежала в левую сторону. В левой елке побежала. Короче, смотри. Ну дальше, да? То есть туда, левее. Да, 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 да. Вот смотри, вон вижу, вон наверху, смотри. Вот видишь промежуток, поляна? Да подожди, мне надо позицию сначала удачно занять. Блядь, они с двух сторон меня заработали. У меня два патрона, пиздец. А другой справа заходит, другой на правую пошел в сторону. Они снижаются, нет? Нет. Бля, может выйти пока живой, блядь, или нет? Да хули выходи. Да, блядь, мне ножик бы, я встал. У меня ножа нет. Бля, что ты сказал, ты топор скинул. Одного я забрал около Серёги, стопудов. А, то есть ты убил, который меня убил? Да. Значит, что это? Причем так нормально. Да, посмотрите на ютубе, какой-то баг какой-то. Патрики, отремонтировать багом. Бля, потому что у меня два патрона, все. И то я не уверен, выстрелит она.
Ты видишь их, нет? Нет, я вижу тело, которое я забрал около Сереги. Я неподалеке от Сереги, чуть-чуть ниже, чуть-чуть правее от него. Елка. Меня залутали? Не знаю, нет, я тебя не пока. Вижу. Нет, пока, нет, пока. Я просто. Ну и что ты мне предлагаешь дорогу перелезать? Переползать. Ну то, что ты жив, Тёмыч. Макс, ты смотришь или я? Кого смотрю? А, ну все, ты нашел, я просто не вижу. Так, это солнечный. Ищу камень. Может, сейчас получится. Здесь веточки маленькие есть. Артур, маму зовет. Так, попробуй выше их обойти. Да не надо обходить, сиди здесь, сиди где, пока тебя не видят. Меня не видят, я выше пошел. Вижу его, вижу. В среднюю, опять в левую сторону побежал. В левую это ближе куда? Блять, вверху по бугру, вот смотри. Ты слева, вот слева от тебя, как ты смотришь? Вот нет, смотри, вот сейчас видишь, как я смотрю? Да нет, я уже в ихнем лесу давно, я им в спину сейчас заходить буду. Вижу его. Тихо. Пап, что-то я не вижу. Ну, у меня два патрона, пиздец. Блядь, да вы мне дайте ножик, я добегу за АКМ. У меня камень не хочет найти. Уже пятый раз в эту... А как они Макса спалили, я не понимаю. Макс нёс, наверное. Нет, какой-то. Потом вообще лёг. Он выбежал из ёлки, бах-бах. Рюкзак залёг. Блядь, пятый раз уже нажимаю камень искать. Так, я сейчас у них за спиной приблизительно. Смотри, они пошли в ту сторону, аккуратно. Обратно, вверх? Да. Кто только у меня топает? Блядь. Вот оно. Топает. Прямо около, прямо на углу, около, бля, ближе, вот, бля, где Серега сидел напротив, прямо где вход. На углу. Понял где? Ну, бля, подожди, сейчас не позицию могу. Ну, где двухэтажная фигня, ближе к машине. Пап, ты мне обещал. Артур. Ты мне обещал. Отстань. Сейчас надо посмотреть, кто это. Тебя завалили? Они топовые, да. Вижу, что. Вижу, они все туда побежали. Дебил. Да они думают, ты последний. Ой, ты последний. Они думали, меня убили. Ну, еще в тот раз думали убить. Вообще топчик. Я еще один тебе. Пока умираю. У меня два патрона, ребят. Взял бы мой АКМ, если ты знал, где да я. Да он, ну понимаешь, они я ждали. Я знаю, где ты. Ну они и же сейчас рядом с военкой, они же не около там, ты можешь забежать по горькому. Да где? Это гон, у меня, блядь, я весь, блядь, каленый на. Ну прям топ-топ они. Знаешь, внешне чем-то похож на Владоса одет был. Да я где? А ты где, Макс? Где я только что в солнечном разбился. О, я в электро заспавнился. Бегу. Но я думаю, я не успею. Так что, наверное, смысл даже. То есть, конечно, ты там минус 2 не дашь. Да как он двумя патронами минус 2 даст? Один бьет наверху. Одного. Короче, если ты вот этому на базе дашь минус 2, ой, минус ему, да? То ты успеешь АКМ забрать. Так там еще один с горы спустился туда же. А, да? А, тот Макса пошел вот так.
Вижу тело. Одного забрал, причем такого топчика забрал. А ваншотом не заберешь? Да нет, он в каске, Маш, ваншотом не заберешь. В смысле, у него плейс влезет, нормальная тема, ваншоте в голову 100%, даже если каска хиляска. Вот в ноги, может быть, не заберет, а в тело тоже 100%. Бля, лок нормально, я 4 выстрелов забрал его в спину. Он тебя нагнулся лутать, им. Бегу. Это где? И... где у нас эти подъемники наверх? Ну, либо электро, либо солнечный, там уже как получится. Больнички где у нас? Не знаю, я в электре, я уже несусь на всех парах. А ты что, типа, ждешь, как они меня подойдут летать или что? Нет, я сейчас на позиции. Я одного вижу, он туда-сюда бегает. Странно, а они меня не пришли. У тебя дамажный или руиновский патрон? Руин. Бля. Бля, у меня там еще и Моси. Да бля, у них нормально все это с лутом. Да не, у них там на самом деле тоже всякие Блейзы, Мосины и. Да, блядь, я лично, блядь, видел. По-любому, блядь, был. Ну, я бы даже сказал, 101-й. С каштаном, по-любому. Ну не знаю, я убил типа, у него там обычная одежка с требой. Так я то, вот которого ты убил, да, он вообще какой-то кепка был, блядь. А эти прям такие хорошие. Так, вижу, по горе бегает. Да. Они в гору пошли? Они туда-сюда, один на горе, один внизу. Нахуй мы, блядь, голые пробежим, что мы делаем. Ты сейчас рядом со мной, да, где? Да нет, я в горе. Справа вообще от военки. Справа? Ближе к маяку, что ли? Нет, это лево. Это право. Не, право, право, это... ближе к концу карты. Да. А это лево. Наоборот, он имеет в виду, если смотреть на базу, то... А, ты наверху сидишь? Да. Блядь, а если, блядь... в одного дать и съебаться вокруг маяка и снизу зайти забрать АКМ. Да они уже залутали там всех, и тут человека 3 еще бегает. А, их еще 3 там. И, значит, 5 было, раз уж я одного запал. Ну такие, скажи, хорошо так одеты-то, да? Ну двое, да, двое топ. Может, конечно, Сереги не забрали, не знаю. Макс, ты где?
палишь их еще? Не вижу. А? Я боюсь ближе подойти, у меня два патрика, блядь, я каленый, пизда. Я выбегаю из электро. Ранил одного. Упал. Он упал. А, одним выстрелом? Да. Теперь иди АКМ попробую взять. Да, блять, да. Пиздец, ага. Вот я сейчас побегу, нахуй. Мне, блядь, до КМа, блядь, метров 300 хуячить. Ну ты через верх. Через задание. Нет, ты че ты чекаешь? Вас залутали, пацаны, всех, ебать. Я вас больше чем уверяю. А чё ты хочешь умереть, прибежав, ну... Убегаю обратно в лес. Я буду ждать, пока к нему побегут. Но сейчас эти два пидора будут ждать и этих, да, кто возродится сто пудов. Ну да. Так и знал, что мне надо было убегать и менять позицию. Да ебать я калёный. Так тебя, блядь, вплотную, в метре убили. Понимаешь, чем фишка? Я понял. Тебе не, меня не... Не больше. Мне надо было сразу, как я убил. Как Макса Степана убить, нахуй, я не понимаю. Макс сверху них был. Может, топал просто, я услышал. Может, отдышку услышал. Ну я так думаю, короче, слышь. Вот эти вот первые. Вижу еще одного, тихо. У тебя есть чего убивать? Еще один Патрик. Типа поставил по одному патрону, чтобы убивать. Я этого способного выстрела убил. Он ванцует возле него. Сучара. Бля, у меня 500 так трясется, пиздец. А он разве может поднять, когда мансует? Я не знаю, что он мансует из-за него. Просто говорю, мансует из-за него. А, он лут, наверное, забирает. Зомби сагрился на него. Блять, я не спаю. Это очень далеко, я не попаду в движение по нему. Они по-моему и хотят, чтобы ты спалился. Я к воде спускаюсь. Давай, обходи. Бля, пиздец, когда каленый прицел трясется вообще. Так водит его, как будто отдышка есть. У тебя яблоко хоть есть, сожри хоть что-нибудь. У меня энерджайзер и хидрейтед. Похуй, все сожри. У меня просто нету крови. Камышово. Ебать, на. 28 минут. Спасибо, что. Сейчас в чернуху забегать. Главное, чтобы меня Хангри не убило, пока как я побегу. Уже голод жесткий, если получишь что-нибудь за считанные секунды. Макс, а ты где? Чего? Блять, еще и туман, я вообще ничего не вижу. Самоубийство делай, пока там в электро не засматриваешься. Блять, вижу тело там, мансуй. Где? Да у меня, ёпта, тебя, еще пукать и пукать. Макс, тебя еще очень плохо слышно. Как сделать? А, ты не знаешь? Берешь флайер в руку. Сделать. Зажимаешь удар и не отпускаешь, пока не умрешь. То есть вообще не отпускаешь. Зажимаешь удары. Ну. Меня спалили. Тихо. Никакие больше кнопки просто. Тихо, удар. Тихо. Сейчас подожди. Блять. Убили? Нет. Спалили с каких метров, если... Тихо. Блять, по мне работает. Блять, у меня один патрон. Бля, вали быстрее, там мансу и вали. Хуй с ними. Там и так... Мы и так половину их перебили, хуй там осталось два тела. Если сейчас Серега, блядь, первый прибежит, то будет ништяк.
они от базы по-любому ушли, да? Да нет, они стреляют во мне. Один на базе, один сверху. Сука. Что-то съебался? Или они еще нет, стреляют? Нет, стреляют. Я в лесу. Ля, уходи. Да не буду я уходить, чего мне уходить? Из-за Блейза, блядь. Из патронов, которые... Нет, но мы их должны просто это... Просто они прошивают. Что прошивают? Это за дерево? Да, да. Ёб, дадим по берегу. Бля, как они так прям знают, где я бегу, на? Может, они Макса стрим смотрят? Да, стрим хантер, бля. И там показывают, да? Где Тёма? По-любому. Короче, я к ним в спину побежал. Снова. Ну, сколько их? Двое? Трое? Я двоих видел. Не знаю, может они может того подняли, потому что я уже его не вижу. Опа, меня спалили опять. Сука, бежи за мной. Так, он походу сейчас спиной ко мне встанет. Вот он шанс, пацаны. Экран серый, я вообще ничего не вижу. Сейчас. Давай, дружище. Я знаю, что ты можешь. Сейчас, я боюсь, что мне сейчас слева в голову прилетит. Может мне выйти к ним сказать, что я френдли? На контакт пойти? Френдли, да? Нет, главное скажи гудлак бан. Все пойдет точком. Какой бан? Гудлак? Гудфан? Не знаю, когда в микрофон говоришь, звучит гудлак бан. Блять, где у нас там, блять, эти краны на берегу? Он целит меня, прикинь. Ты сука. Сколько вам, 200 метров? Так вон, у тебя руки переломаны. Смотри, сука. Ты чё, смотришь, чё он там? Да не, ну, он говорит, что у него руки трясутся. Ничего не переломано. Фактура не написана. Да хуй у нас страха трясется. Может быть, да. Я выше уходил. Какая военная база? Фу, блядь. В каком? В том? Сейчас. Тёмыч, я не слышу, как могу. Да чё толку-то? Да хотя бы пекли, блядь, подобрать. Чё в смысле, чё толку? Они там уже всё залутали, они там, блядь, бегают уже часто. Да и похуй, ты чё думаешь, нахуй, у них песок? По-любому они себе стали ФНХ. Ты думаешь, они глок себе взяли? Да. Там глок такой, ёпта, именной, он кривой, ёпта, и кто из него попал? Made in China? Да. Страйкбольный, блядь. Весь прикол то, что что-нибудь взять и встретить. Они же все равно, блядь, будут охранять своих типов, правильно?
трупаков, они по-любому скинули со своих. Да, я не успею на РКМ взять. Я с меня, если не сняли, ну, блядь, 90% просто скинули. 99, я подождал. Не, а вдруг мой труп не удали? Чё такое, Артур? В лаве? Да, а ты сохранялся? Нет. Так, тихо. Иди сюда, я скажу. Выключи приставку и сразу включи. Я вижу чувака в ёлке. Тихо. Ебать, я его заметил, нахуй. Сейчас наручниками закую. Шучу. Ты подойдешь, он тебе свернется. Сейчас поближе. Надо дядя, надо помочь. Че Черный такой огромный город? Ты по Черну бежишь? Да. Бежал от отца. Блять, очень трясутся руки, очень сильно. Че ты хочешь ему в жбан? Спалил. Просто очень далеко я его увидел сейчас. Бля, пизда. Сделай так, чтобы я не зря бежал. Да, с одним патроном, блядь. Я промазал. Да ладно. Да. Ну вали теперь. Я советую тебе бежать, нахуй, полицай куда-нибудь, нахуй. Как сделать эти патроны, вы не посмотрели? Не знаю, Макс говорил, что-то смотрел. Макс тут? Да тут я. Ты смотрел? Кого? Типа как пак патроны чинить. Нет. Я добежал до колхоза, знаете где я был? В Добром. Блять, парни, гляньте, кто не идут. Макс, посмотри, как патроны. Просто за мной зомбак несется. Я не понимаю. А я почти рядом с этим, так что мне нужно бежать. С Тёмычем. Чё? Как забаговать патрон? Ой. Как их отремонтировать багом? Да, но у него руины. Напиши, не знаю, ремонт патронов в Дейзи. Дейзи. Как я промазал, а в ветку попал, сука. Как же задолбали эти тайминги. Ну ты съебался куда? Да, вверх. Да, мы все собрались. Так, надо... я нашел схрон их. Тихо, все. Блядь, ничего не будет. На дробовик патроны. Макарыч. Макарыч, сука, бери. Макарыч забрал. Бинты возьми или что-нибудь. Тихо. А я думаю, это вряд ли мыть поможет. Он хоть одну пулю примет, я думаю, уже ответит. Я каленый забить, да. Где схрон? А под елкой. Тихо, да не важно. Сейчас я выбираю все. Все, ухожу. Че, есть что-нибудь интересное? Ничего толкового нет. Два Макарова и патроны на них. Может, магазин есть. Макарова, я сейчас посмотрю. Ну че ты не берешь? Ты? Берет руки, Макарыч. Че говоришь? Макаров не берет в руки, запаговался. Взял. Блять, без магазина.
Кстати, Жека, он с чего меня в упор с дробовика или с чего расстрелял? Бля, не посмотрел сейчас, мне не до него было. Я его с блока забрал, блядь, как раз я хотел к нему подойти посмотреть, но, блядь, я увидел сразу два тела сверху. Ну чё там, Макс, как обстановка? Пока ничего не найду. А такой баг точно есть? Да, да, комарик же как-то ремонтирует постоянно. Да, он их что-то на землю, блядь. Да, потом... что-то там на землю. Никто не помнит, в каком видосе там он... Там не показано, он что-то просто говорит все время об этом. Да он уже даже не говорит, он просто их скидывает и назад загружает. Он уже, блядь... Так схрон там, где мы были, что ли? Ну под елкой они чей-то лут туда закинули, я не знаю, чей это лут. Валяется просто. О, кастрюля. А в кастрюле что? В кастрюле посмотрим, что там есть. Ничего нет. Подбежать еще. Да, сейчас меня примут. Я разнутри ничего не найти не могу. Вот вам экшен, ёпта. Блин, вот были Патрик, я второго бы забрал, отвечаю. Да я тоже еще остановился. Блядь, а мне нихуя не грузит нахуй в этом стимовском, блядь, браузере. Блядь, что-то их вообще не вижу больше. Что я сомневаюсь, что-то. Ну, а почему как назло нам попалась толпа из 5 человек? Мне кажется, вот эти двое, это они были не с ними, которые по дороге бежали. Да, не факт, что они не с ними. Не, они, наверное, ну, специально, потому что, типа, эти поверху, двое так. А хотя, возможно, в натуре вот эти, которые, типа, ты говоришь, залутанные, типа, и они, скорее всего, те, которые которых вот... ты видел в полицайке. Да. Они за тобой уже так быстро прибежали, конечно. Что... Знает. Что-то я ничего не могу найти. Я близко, я уже в Комарова. Сейчас в Каменку. Там пару метров. Но ты на берегу, Тёмыч? Нет, я вверху. Я сейчас приблизительно где-то над трупом Серёги. Ага. Я еще сразу к примерному местоположению моего трупа побегу. Я видел, где ты был.
Ну, кепка, я думаю, ты поймешь. Я думаю, навряд ли кто-то кепка будет бежать. Ну, они 100 пудов прибегут, вот сейчас тех, кого завалили. Потому что они вот забрали, побежали на встречу. Потому что я вообще их не вижу. Сейчас будет угарный, если я бегу такой, опа, пацаны залутаны на меня. За мной я никого не вижу, то есть их не вижу. Еще серый экран меня напрягает очень сильно. Везет, по мне физуха была, если мой труп так жестко сильно не залутали, я могу тебе хотя бы физуху влить. Да, на руины физуха, блять, он с тебя знаешь сколько дал, блять. Ну иногда и смина взрывает, там только штаны портятся, штаны. Может повезет. Он у меня два или один-два выстрела, у меня с какой-то хереси. Да, ёпта, только он потом к тебе подошел. А тебя прям в палатке, да, Женёк, поймали? Нет. Я ж тебе говорю, блядь, из палатки вылез и налево, пошел, да? Пошел направо к вышке, ближе к заправке сюда, ну понял? Ага, да. И около выхода. Мне как раз эту часть не видно. И около правого выхода меня он завалит. Я, сука, камешки искал, блядь, чтоб нахуй сделать. Ты бы сказал... А, нет, помогало. Я тебе сказал, мне шина нужна. Была бы шина, я бы с тобой сейчас собирался. У меня морфий был. Так я не мог до тебя доползти. Причем есть морфий. Прикинь, я, блядь, такая капитан улик в середине дороги ползу. Ну да. Нормально. Только причем, знаешь, как он обошел? Он с берега обошел-то. Он не с горы на меня спустился. А он обошел, блядь, с берега по кругу. Там, если прям по берегу идти, там же немного вниз уходит. То что... Короче, я бегу и заебался. Спортер нашел. С патроном? Без. Откуда с? Ну да, по 6 часов. Буду тебя ждать тогда. Давай. Сразу под обойму. 141. Не, я думаю, если меня залутали, то там хотя бы либо Моси наставит. Да у меня три рожка, ёпта, на 74. Ну тебя-то они 100% залутали, так как они в Купер совершали. Меня они, может, забыли. Чё там с Патриком, как чинить? Короче, 90% то, что это типы с той, блядь, милитарки. По-любому тот тип, у них там, блядь, где-то схрон. А, ты про тех, которые нас тогда расстреляли? Ну, ты-то жив остался? Возможно. Может, они в натуре пошли относить вещи и сейчас обратно вернутся с тебя. Как Патрики чинить не нашли? Да не нашел я, блядь, чинить. А если просто в Google не забить? Да, в Яндексе или? Так я там и забил. На Ютубе. Я в камень. Как флайером себя убить? Зажимаешь, берешь флайер, зажимаешь удар, не отпускаешь, пока не сдохнешь. Потом F11 и G. Тихо, вижу тело. На хуй толк? У меня есть патроны на Макаров. Ты по одной пулькой будешь вынести? Да. Дури. Сначала удар зажать. Зажимаешь, да. Удар. Бьешь. Так, а потом флайер F11 и да, флайер в руках. Или это не тело. Чуть могу. В каменке есть охранная будка. Скорпион без обоймы, дробовик. Я говорил, у тебя патроны на дробь есть? Они там на схроне были. У меня есть магазины на рак, две штуки. Блин, а тут только скорпион, что вообще здесь? Слышь? Я сейчас в танках сяду и буду комментировать.
Слышь, чё? Кто-то же рожал, мучился вас. А вы пинете себя. Я близко выбегаю с каменки. Я ещё, наверное, не знаю, по берегу. Наверное. Ты видишь базу? Да, полностью. Что там их нет, нихера, нет? Бля, а ты не пробовал дюпом, наоборот, патроны за дюпом? Вижу. Палатку зашли, в которой вот мы лежали с Женьком в одной палатке, и в соседнюю, ближе к воде, зашел, еще тело зашло. Залутанное или... Да, вы с рюкзаком плохо видел, у меня экран серый, сейчас подожди, может он лутается, если он выйдет, я его накину ему за ухо. Чтоб меня уничтожалось. Тебе на блейзухе надо попробовать дюпом, короче, понял? Ну, знаешь, как дюпать? Это на перезарядку же. Тихо. Нет, не знаю, сейчас расскажешь, подожди. Он рядом, тихо, все, молчите. Он, короче, в том навесе, в котором Женька убили. Ну, а ты где? Я сверху. Да они-то откуда знают, где все. Тихо. Я около заправки. Бегаю в лес, со стороны леса. Это, кстати, походу не их чувак. Он лутается. По всем палаткам ходит. Да пока лучше не трогай, то есть еще какой-то бомж сейчас залезет. Я еще уже подбегаю, я в лес сбежал. Он в самой центральной палатке. Сейчас, надеюсь, мой труп не заложен все-таки. Черно. Так, вижу автобус. По-моему, вижу военку. Туман из него нихера. Че, пацан в какой стороне? Вижу типа где? Красная машина бежит прямо в мою сторону. Не знаю, заметил ли. Какой рюкзак у него? Не знаю, он был в шлеме, рюкзак не видел. Может, это тип свалил? А, нет, вон он тот тип. Он как раз рядом с моим трупом где-то там. Парень. Дает мне себя зовут. Он либо машину лутает, либо бежал в мою сторону. Либо меня увидел, сейчас в елке прячется, пытается. Вот тварь. Че, мне рисковать или ждать, когда я его. А зачем ты, блядь, с тяпкой рисканем? Я вообще ни с чем. Я хочу забежать до елки своей, если он не... А, не, он убежал обратно. В сторону военки. Он машину лутает. Понял. Так, я ползу. Он близко к военке или далеко? Не знаю, но вижу, что машина. Я ползком, короче. Так, военка у нас. Тут еще один чувак на военке. Я сейчас вот возле, по идее, твоего трупа, тут ничего нет.
Да, рядом со Степом. Зомби сагрелся на кого? Блядь, я потерял бы. И того, которого ты видел, я вообще не вижу. Возможно, я к тебе попал. Ты там же. Все, видишь ползущую кепку, это я стрелю в конце спины. 380. Так, зомби как-то бежит. На меня, сука. Там тип, он, это ты да убегаешь от него, от зомби? Да, я убегаю. 380 это на что? Макар. Выбежал из черна. Ну чё, может залутать, блядь, эту военку? Аэропорт. Ты видишь чуваков этих? Серега. Конечно. А труп нашел? Конечно. А труп-то исчез уже, блядь, 5 минут прошло. В елке торчал, теперь вспоминаю. Он дальше, да, дальше. Они ушли. Они машины пошли. Вон бежит с озера тело прям в этот в лагерь палаточный. Так, главное что не ко мне, если ко мне будет кто-то бежать, информит. А я по-моему вот в этой елке сдох. Бля, ну у меня Макар с одним патроном, ну по одному патрону. Как колд я бежал, блин. Да, трупа тут нету. Я сейчас бесполезен, да. Так, он за задним забором. Прям за. Ближе к озеру, за забором. Где патроны на дробь? Блять, я тебе не смогу объяснить. А я сейчас подниму. Подобрал. Следи на военку, если сможешь. Я сейчас обходить его буду справа, попробую выстегнуть его. Блин, я думал, ты мне на тройку патронов скинешь, я это хорошо. Смотришь за военкой? Я ее все не вижу. Он где-то в задней части, прямо за забором был. На стороне воды. У него шлем какой-то синий, что ли.
Не вижу. Вижу тело. Заложено. Нет, кепка. Бежит, блядь, прям к вам пиздец. Что ты нашел этого типа? Дал бы ты мне сейчас патрон на дропе, взлетел, узнал бы, где он сидит. Это 100 пудов их некий. Несется, не останавливается. Тихо, все, одышка, я работаю. Минус. Убил? Да. Их двое. За мной зомби согрелся. Все, вали на, блядь, в обратку. Блядь, ты с чего сейчас стрелял? С Блейза. А ты нашел патроны или баг? Да, в этой херне две штуки. Блядь, тело бежит. Тело вообще стабильно бежит на вас без остановок. Мы уже болото пробежали. Ты где, Серег? Я в елке, где сдох. Бегу к тебе, чтобы патрики скинуть. У меня больше нечего стрелять. Ну, Макар только. Блять, у меня Макар 23 патрона. Вот тело, говорю, к вам бежит стабильно. Я зомбаря с собой веду. Чувак с синим портфельчиком школьным был. А один, короче, топчик еще рядом сидел, метрах 100. Их трое? Их двое было. Ну, одного из них ты забрал, да? Да, да, одного забрал. Вижу, типа, в военке побежал, так что. Блять, как ты задолбал, ну? Блять, мне нужно патроны. Да, я вижу, он бегает туда-сюда. Не упустить было, ну что, он убегает в сторону берега. А, не, вижу. Он спрятался в углу, походу. Застал меня. Хватит, что за хуйня? Хватит замерзать, тупой ты дебил. Все, беги. Что за хуйня? Артур!
Как гон какой. У меня все повисло. Зомби налетели. Закрой дверь. Тебе бегу. Ну я Деттер. Да все, это трэш какой-то. Как будто спецом, блядь. У тебя жратва есть еще? Да, яблоки. Так, ты где? Вот зомби его. Убил, что ли? Да. Выбеги из этих елок в лес назад. Вот он, я. Ага. Короче, что, давай, как... закидывай, я к нему спущу. На, Патрика. Скинул. Я тоже со спины пошел к ним. До конца. Победного. Там, по идее, один человек остался. Я пошел рашить. Давай. Они за всей этой херней. За базой он сидел. А, вон он, в углу, белая, это, шлем белый. В палатке. Где я? Бегает. Вижу. По мне стреляет. Помогай. Палатки он. А, нет, убежал, выбежал. Вон он по дороге по главной бежит. Ты валишь. Я стреляю, тут еще один залп. Да-да, их двое, он спрятался. Выйди. Куда не там, выйди. По тебе? Ты валишь? Да, по мне. Их двое, они на дороге, на главной. Окружают меня. Нужна помощь. Бля, я бегу, за мной два зомбаря. Один обходит сзади базу, один на главной дороге, за ним зомби бегает. Преследует того, который убегает. Он, походу, без ничего. Опа, вот вышел, прям ко мне. За базой. Блять, ранил, ноги сломал, я дед. Серег, ты где, блять? Я уже инфу, блять, тебе слил, пизда, нахуй. Я в него смальнул. А с чего он смолял? Да хуй знает. Ладно, двоих я забрал. Один, короче, труп, я не знаю, залутали или нет, лежит тоже сзади, в левой части базы. Синий портфель маленький, школьный. Попал. И он меня убил. Так, все, я на сегодня... Алло. Да. Ты где, Серег? Да. А? Да. Найс. Минус два. Я. Блять, бать, сколько их там? 6 человек? Ну это двое вообще левых каких-то. А может и эти, которые оставались. Что-то зомби, глюк какой-то. Так, ладно, давайте, пацаны, все, я туда пошел. Давай. Че, вы тоже все? Да нет. Сейчас это подойду. Нам надо заново перезаходить, да, блин, стоп долго. Зомби выпустил.
Блять, админы что ли хворают? Алло. Да. Чё? Вы где все? Не в районе. Я сейчас помру. Давай, умирай, давайте где-нибудь в районе Солнечного, Березина, побежим туда на военку. Я в районе Орловца. Ё. Короче, давайте спаунимся в верхней части карты. В Новодмитровске, как это называется. Как обычно. Ты чё, понял, как самоубийство делать? Да, да, да. Если так, по-моему, без него. Короче, Светлоярский или Новодмитровский, короче, спаунимся. А, в Новодмитровске тоже убрали спаун. Только в Светлоярске. Короче, побежим сейчас, наверное, лутать всякие мосины. Такие. Не знаю. Да, а ты, ты говоришь, ты где? Орловец. Это близко к Светлоярску? Ну так. Не очень. Это ближе к Нижнему, к Солнечному. Ну да, далеко. Далековато. Ну мы можем, знаешь, как сделать, чтобы фигня не маяться. Заспавнимся в одном месте и будем идти, ну, в разных местах и лутаясь, чтобы больше лута надо дать. Просто в одну точку прибежим, в какой-нибудь собор или на военку какую-нибудь. Ну, давайте просто где встретимся, будем. И отсюда побегу, мне смысл. Как помирать. Да, что-нибудь есть интересно? Интересно, не знаю. Ручной топор. Кстати, а когда того типа убил, он был в Анкульсе или он разом умер? Да. Да? Нифига себе, КМ с одной пули. О, блядь. Ну, то же самое, что Мосинг. Не, у него, если с СКС, то она ваншот не дает, хотя у них одинаковый с СКС. Хотя, если я тут, то это нормально, так что ладно, сбегаю. На самом деле взяли нас в основном количестве. Мы же каждый по минусу, можно сказать, сделали. Да блять, мне второе оружие. Хули я Блейс отдал, мне хули с этого блока, блять, не вижу ничего. Блин, ну они вовремя прибежали, конечно.
Самый прикол, я не услышал какого-то фига в наушниках, как ко мне тот в спину подобрался. Он мне тоже подавал, он потом перед тобой встал. Но он тебя в спину застрелил, я обошел тебя, еще, блядь, хэт тебе прописал, да? Что такое хоть спейнл танкл, блядь? Сломан. Чё-то, лодыжку. Всё, и вот он, сквоярс. Лутать его смысл есть? А, в больничку. Где Тёма говорил, находил их нет, схрон. Там в какой-то дубке. Да не схрон, там просто пистолетики вроде. Не нужно, наверное, спину. Да я сейчас вот уже подбегаю к казарму. Убьют нахуй и к вам. А, туда что? Да-да, ну просто смысл, я, блядь, 10 минут бежал, 15 ну, да. Сюда, блядь. Чтобы, блядь, убить сам себя. Ну так хоть пукнуть есть чем? Да есть, я топор кинул. Я свой даже не подобрал. Где вас убили, Серёг? Вот
там рядом своим. Ну, на воде? Заваруху по всей военке. Не, меня спереди военки, короче, слева. Короче, машин нет смысла идти лутать. Вот, вот. Как хочешь. Там может быть будка. С больнички. Ну, по-моему, там здесь есть. Да, сейчас. У меня все заруинено. Я нашел свое тело. Хорош. А руиновский портфель ведь можно носить? Носить можно, но иногда выпадать вещи. Да ладно. Так же и с разгрузкой. Да, со всеми вещами руиновскими. Всякие тесаки. Ладно, с тесаком в руках побежу. Кофе. Ты свое тело, Макс, стопудово залутал, да? В смысле? Ой. Серега. Серега, точнее. Да я не нашел его, оно исчезло, походу они не успели либо выложить, либо все забрали. Я просто вот хожу, блядь, и нахожу ничего, где ты. А в последний раз где вы вас убили? Где был? Я же говорю, перед базой слева, по идее, если смотреть в сторону. Блять, вижу типа. Кабурку. Еще. По типу садят. Френдли.
Хангри. Не наручники. Велосипедные каски с этим. Саперная лопатка. Как я мог забежать в дом, несмотря на экран? А? Да, про зомби. Серега, сейчас ты говорил? Да. Че так тихо? Еще пофризься. Игра, а? Что, перестанешь так? Жрать, да? Дверь закройся, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Короче, у меня две обоймы. Одна на шуны, другая на глоб, стволы все руинисты, поэтому я их не взял. Нормально. Портфельчик на 28. Приятная костяшечка. Бля, там... Ух, ебать, там садят на военке. Ты уже ушел оттуда? Да, конечно, там, блядь, плейзуха, блядь. Походу, твой АК, потому что по два патрона вылетает. Опять плейзуха садят. Хули, я там забыл, блядь. Могу пизды там получить какие-то. Я валю на ту военную, на которую мы пизды получили.
Все, я направление взял. Брось ехать. Жаль, конечно, не близко. Куля дело. Вы там что делаете? Я в Светлоярске. А? В Светлоярске. Выбегаюсь. Ну, вообще военный живут, да? Но вы наверх не пойдете? Не знаю, я, может быть, да. Блядь, с моей боезухи сами. Сухи. Меня, кстати, тип какой-то не убил, прикинь. На этом, на базе. Он залутанный был? Да, он со стволом был совсем, я его... Ну, мы пересеклись с ним в машинах. Я свой шмот-то забрал, и все, и начал валить оттуда. И он прям в конце машины. Я хлоп сразу на коленки, руки назад. Кто-то у меня поцелился, и все. Блять, волчата где-то заспавнит, пизда. А, на меня бегут. Пизда мне. Хотя я на военке уже. На какой? Ну, на который нас забрали. Волки отстают? По-моему, нет. Опа. Стрельба? Да нет. Короче, лучше выйти, да? Выйти. Да я с серва вышел. Сейчас зомби отстанут от меня. Я зайду. Пойду покурю. Там и зомби, и волчат. Вот типа вижу. Походу в игру надо перезайти. Да. 10 FPS, точнее 16, это не очень. Выглянул. Тип. Он стоял на крыше, когда я подбегал. Не видел. Почему так целка стреляет? Я не знаю, из чего так целка надо стрелять. С прицелом что-то. Ну ты ж только высунулся. Угу. Да, выстрел я делал. Опять уже дымер какой-то.
будет возле базы ползать. Короче, я перезахожу, блядь, невозможно. Солнышко. Тебя умер? Меня убили. Умер или прибежал? Убили. А, убили? С чего? Хрен знает. Я бежу, я в горке был. Ну, уже по самой горке бежал, сверху тип на полицейке. Сначала увидел его. Из угла начал вылезать, так бах, и все. Че, тебя забрали? Да. Ёбаный рот, я это проглядел. На стриме посмотри. Сейчас посмотрю. Как мы сегодня лажаем. Сейчас опять тебя ведь забрали, да? Да. Это откуда? В горке. О. Не, не успел посмотреть. Ну вот, YouTube, это когда ты в шапке в черной. Я, короче, подбегаю к домику, к деревянному. Сзади зомби у меня дед. Вот. Все. А, нет, это не так. А вдвоем бежит? А кто вдвоем? Серега Светлоярск. Ой, или в Северограде. Я в Новодмитровске уже. Вот так. И ты в Светлоярск бежишь? Я из Светлоярска прибежал на Новодмитровск. За мосик. Если найду. Ну, короче, все толпом, я так понял. Да. Третий в очередь. Я. Бля, я сейчас тоже буду в очередь. Зайди. Ничего мне опять теперь делать. Че, загружайся? Куда, к Сереге, блин? Пытайся также Светлоярске заспавниться, либо беги с солнечного сцена. Да ты вон, я уже побежал. Сбегал. Макс, что за прога, которая... Ну, я тебе говорил, их сили бит, что ли. Чё-чё? Да я помню. Кстати, на стриме FPS твой отражается? Нет. Нет? По идее не должно. X Split Broadcaster. Сейчас приду. Угу. У меня же была она, блядь. Ну да. У тебя же канал свой есть. Ща, поисковики. О, она у меня есть. Понимаю, как фаером можно себя убить до сих пор. Бери файл, бери файл, фаер в руки. Угу. И чё? Взял?
Да нет, я вообще в жизни как убить себя фаером. Объясни мне. А, ну если зажжённым, то можно, мне кажется. Не, зажжённым можно, понятно, да. Можно себя там прожечь до чего-нибудь. Блин, а теперь бы мне вспомнить. А что ты хочешь, тоже стрим запустить? Ну так. И как мне вспомнить мой этот? Как узнать свой аккаунт? О, солнечный. Сейчас курить пойду. Да. Чё, кто где? А, ты же какой очередь? И опять сейчас, солнечный. Сейчас. Убился и опять солнечный. Я когда-то... Ну, я же раньше не умел этой фигней пользоваться. Там есть типа бочка с спаун. Тоже типа там солнечный. Я там три раза спрыгивал с нее. Да нет, это понятно. Я тоже вот до сегодняшнего дня... Что-то Вадим там рассказывал, как 500 кнопок надо нажать и убиться. Причем он лоскутами как-то убивался, не фаером, а лоскутами. Да то же самое, можно и лоскута. По-моему, да, можно вообще любой предмет, главное, чтобы был. О, я заспавнился. А, вот я. Так, у меня там тип был на самом деле, а у меня спортер 7 патронов по одной штучке заряжается. Я от него убежал. Опа, почему я вылетел? Если он побежит так же сюда. В очереди третий. А ты тоже перезашел? Нет. Я убился, и меня в очередь закинуло. Все, приду. О, нормально, к телефону привязано, давай. Чё привязано? YouTube. Ну и чё? Ну не можешь гидрюкаешь. Все, я вошел. Включилась эта говняная прога. Привет. Hello. Это самое. Третий день сижу, за вами наблюдаю. Крови сердце обливается. Вот. Это вся игра. Это бежать, 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 собрать, собрать, собрать. Очень хорошо. Добежать, с одного выстрела умереть. Блин, ну прикол. Прикол. Согласен. Может как-то тактику менять? Что-нибудь. Да беда в том, то что это. Все фиг знает откуда. Да я не про то, хотя бы вдвоем мы прибежали, экипировались в военной базе. Вот даже вот по одному сейчас и бежать к военной базе.
не какой-то населенный пункт, а к военной базе. Потихоньку туда. Все равно тебя либо при луде, когда ты собираешь, убьют, либо когда ты по дороге бежишь. Разницы-то нет никакой. Ну согласись, Жень, логика. Ну, в принципе, да. Потому что все равно конечный твой результат вот этой всей беготни, ты бежишь в этот, к военной базе. Так лучше сразу бежать, лучше там умереть. Так, ну Максим запустился, но он еще курит. Не, меня тоже прикалывают, можно побегать. Я в кнопках, для меня старика, в этих кнопках, кошка, иди нафиг. Ну, блин, можно чуть-чуть, но, блин, просто так получается, потому что у нас это, нормального оружия, по идее, так и не было. Так и не было, да. Нет, ну вот вы собрались, и вот когда вас эти замочили, три зомбака. Ну. Ну да, там у вас что-то было. Все равно все приходят к военной базе. Сидеть просто потихоньку в военной базе, загрузили, это, ушли, вот как сегодня с утра, разгрузились, полезли, поползли. Ну и вот еще чуть-чуть подсобирали. Опять кусточек, опять вышли из игры. Так же тоже можно? Ну блин, а есть ли смысл это? А пустым бегать тоже смысл есть? Время уходит 6 часов, или ты уже на конечной около базы? Вот Максим пришел, все, Макс. Я просто начал мои рассуждения вслух. Рассуждения. Я не помню, что мнение, не навязываю. Нет, я Макс. Знаю, уже где я втиснул, типа на мысе. Макс. Или... Чего? Как он? Ну, ты же подписан на меня. Пишись. На как у тебя канал называется? Как канал называется? Да я откуда-то на меня подпишись. На кого? На тебя-то? Ветров. По-английски. Да. Угу. 168-55-31. 168. Подожди, давай так уже должен найти. Не нашел ничего. Да. 168. Да. Дальше что? 55-31. Ничего не нашел. Пробел там, может, что-нибудь, нет? Нет. Подожди, может я что-то не то нажимаю? Особенность канала. Ой, ебать, конечно, не спец. Вот. У тебя что на картинке-то хоть? Буква, блядь. А что там у тебя на картинке? Да я тебя не найти не могу. А, меня? Ну попробуй Евгений Ветров. Че я тебе WhatsApp скину? Если батарейка не сядет. Скинул. Я просто вообще не понял, как здесь с каналами, блядь, дружить. 53 видео, это явно не ты.
Да я сегодня как-то заходил на тебя. А как хрен его знает. Короче, дайте ссылку в Steam или в Skype, на Skype. Почему-то на Т у тебя канал. Ну, пофиг, ты понял. Дейз. На Т канал? Да. Потому что была тундра там. Ну, что, а сейчас? Подписка оформлена. Вот так вот скорее сделал. Мать, слишком мало. Даже и самое интересное. Самое интересное, блядь, я не пойму, блядь, как канал называется до сих пор. Чё? Как канал называется до сих пор? Дейс канал называется? Да. Ну на Т почему-то, блядь. Ну у меня М. Да, все, короче. Ну хотя бы надо понять. Серега. Я там на метро. А как поменять эту букву Т? Ну понятно, нет. А во. Никак ее нельзя поменять. Я замест Т будет картинка. О! Ну и теперь. Захожу в эту пробу, да? YouTube Live Евгений Ветер Гейм, правильно? А как поставить, чтобы автоматически нашел игру? Захват, внизу захват. Че внизу? Захват. Где это захват, блядь? Вот у тебя что на картинке? У меня ничего на картинке. Добавить. Добавить. Захват игры. Да. А, вот DZ. Автоматически. Ну, у меня... И все, надо что-нибудь нажимать? На самого верху. Ну, Outpost. Да, output, но YouTube нажимаешь, там тебе еще одна херня вылезет, ну там типа старт, не помню что. Embrace sitting class invalid. Что-то не то. Invalid говорят. Подтвердите, что вы можете транслировать, нажав тест пропускной способности. Это где, блядь?
Проверьте настройки вашего канала. И это вообще, блядь, нахуй, что это? Ты подписался? Да. Ты, значит, смс-ка, если что, придет. Да нет. А? Ну вот картинка у тебя есть теперь. Зомбаками. Оповещать о действиях. Сохранить. Синий экран, еще такого не было. Где-то загрузился. Пятиэтажка. Электро что? Где у нас пятиэтажка? Может быть электро, а может быть. Не знаю, может ли быть, но. Ну да, по-моему, только электро. Ну ты посмотри. Да это бегать туда-сюда опять. Я же устал бегать. Толк никакого. Электро. Призыв. Красина, вот Дмитровск на самом деле не маленький городок. Ну вообще да, ну он там вот, завод большой. Да нет, тут и сам город такой. Я в него в центр вообще никогда не выбегал. Ну похоже, что я в электро, ну хера знает. Лицай. Я здесь точно загружался. Так, да. Да.
вообще жестко. Сейчас такое было. Yeah. Да Женя что-то там столько написал всего. Это Березина. Проще, да, Сереги добежать. Ёбаный тест. Может, в Ютубе его надо запустить, вот мне дается так вот. Кстати, работает. Кто? Зомби на флайер реагирует. Все они на него прям бегут, если убить. Пытаешься в Светлоярске здесь поменяться? Нет, я бегу с Березина к тебе. Березин? Можешь дороже сокращать уже. Можешь там сократить дорогу примерно. Ну, понятно, что я не по дороге тут бегу. В принципе, не далеко. Ну, он бежит за мной, я в поле. У меня ничего. Возьми руками за косяк, чуваками за косяк. Лицо ему бьешь, стоишь. Хорошо, выиграешь, если у тебя, конечно, там хп. Теперь камень надо. Постоите, обменивайтесь. Че? Стоите с зомби, обменивайте сюда.
что это не работает. Найти камень, я имею в виду этим багом. Не знаю. Так как ты будешь бежать землю, ты ебаный рот? Так я не бегу, яблоки ищу, я не бегу. Зомби зажимаю. Зомби работал? Зомби работал? Да. Ну вот Дмитровский тоже есть пятиэтажки. Ну там, по-моему, не спавнится. Да, там не спавнит. Ну вот Дмитровский, по-моему, тоже уже сейчас не спавнит. Бери. На моей карте. Бери, здорово, это же херня. Таких домов. Не, ну понятно, просто он по объему тоже не может. Блять, вот она кнопка, это ёбаный тест пропускной способности. Три часа я искал. Ты играть не будешь? Все, сейчас захожу. Параллельный стрим. Да дай настроить, ты ёбаный. А ты задержку стриму ставил? Да ты вот... А, хуй там. Задержку стриму купить надо. Ну что, не пришла я там СМС? Странно. В эфире. Вот так вот, да? Не, я его через интернет посмотрел. Ты так что ли зашел? Он не открыт был. Гоняют и бьют. Кого тебя? Да. Кто, кепки? Зомби, какие кепки? КС-ку нашел. Три? С прицелом. Да, какие на нее? 7.62 на 7.62. Ну и нет такого говна, у нас все за руи. Причем СКС-ку со сколпом, почти как надо.
смысле, это последнее, что я нашел, ТЗ. Сядь. Почему? Да потому что меня сейчас хлопнут, ёбаная, не военная. Я сам все каленый, экран черно-белый. У тебя волки так? Нет. Зомбаки. Макс, твои любимые места покажу. В каком? Я тебя... Вот, блин. Короче, тут побегу. На военке был кто-то. Серега, я походу не добегу до тебя. Потом кто-то был за баг закрыт, да. Меня жестко скачет. Накидает туда-сюда из зоны. Полегче. А нет, все равно. Хватит лагать, сейчас убьют из этих лагов. Короче, это... Сейчас, я искать, что тут осталось. Слав, пожалуйста. Я просто по цветам уже не вижу, что вообще тут, почему. Тут вообще что-нибудь режется? Снимаем вот эту штуку, попробуем ее порезать. Короче, ничего не режется, да, что? У меня уже вылилось килограмм, ёлца. Бенефрин, если что, всадим, пока будешь. Ну, солина мне тоже пойдет. Понятно. Короче, ВД там, да? Нет. Нет. Планчик пол. Скотчем могу перевязаться? Нет. Я просто играю лично. Да, нет. Ну, то есть ГПС там не просил? Нет. Блин, а чепчик можно порезать на лоскуты? Нет, нет, нет. У меня все, экран уже просто ад. Ад. Уже, наверное, чтобы меня загасили и все.
Медичка пуста. Тут все залу. Еще хангри. Короче, вообще люблю. Лодыжка была сломана. Вообще хангри, хангри. Все, бля, тут же надписи лютейшие какие-то пошли. Какое-то нехеровое озеро. Я даже не знаю, где это. Заново заспавнился? М? Ты заново заспавнился? Нет. Я добежал до какого-то озера, я даже не знаю, где это, Серег. Какое-то очень здоровое. А, люто. А, в районе, короче, на Хелика. Ой, это вот. Три скалы, короче. Вот тут, скорее всего. Я так думаю. Потому что больше озер я тут не вижу здоровых. Значит, мне налево. Блять, я открыл, он закрыл. Разряд. Он закрыл. Все, подыхаю уже как. Зачем? Ёпта. Я перебинтовался все-таки. Ну так. Чё ты не сдох? А? Чё не сдох-то сам? Жаба душит. Вот какая-то херня. Только он за дверью стоит, падла. Но он все-таки в том помеса. Ты еще тут Блядь, да что за пикер-то? Рюкзак. Ты нашел мысль ко мне? Да блин, как это такой жук пошли? Я сам в шоке, Антон. Я почему тебе говорю, гаснет лампа? Мне давным-давно загасить должно быть. Не гасали! Вот так. Блин, я ж сдался, слышишь? Да, да, да. Серег, а ты где примерно? Серёг. Чё? Ты примерно где? У меня лагает. Охрена. Да, скорее всего, могу починить. О, нормально. Лоскуток надел, меня должны бить неделю. Thank you.
короче, умер. Вот так вот. И куда я бегу? Магнум 9-миллиметровый, да? У меня 375 или какие-то 357. Нашел тут новоемка закрылся, я вышел. Запусти катапорт. Вот. Я, короче, еще в этом, ну, в конце на лад Митрус. Ты еще живой? Иди. Там лагает люто. А у меня лагало именно интернет. Я на этом, на аэропорту рядом с Краснодаром. Такие Виталий. Да кто такой, блядь, как хамбург, блядь? Вообще ничего, блядь, как патрончик оставь. Угу. Ты прям много оставляешь, да? Я нормально оставлю. На военке люк лагает, надо отсюда. Блядь, собака. Ваш там сага. Ну, я точно слышу. Нет, нет. Вообще ворота пропали. Я, короче, все, у меня тут какого-то фига и нет лагать начал. Ладно. Ну, ладно. Скайп перестал отвечать. Я вообще серо-бурмалик. Если надо в ту сторону, то ладно, в любом случае я. Сон, где? Я? На аэропорту. Вот так. Каков? Краснодар. Ух, ёпта. Павлова. Ты что ли? Нет, я
пить. Что-то 357 не кать плоская резко. Вообще никак. Может, конечно, она заряжен. О! Че? Зато у него теперь есть магнум, ёпта. А в магнум катят. Так что я нашел магнум. Вообще мало ли есть на это учение. Но здесь кто-то лутался, кому-то что-то не понравилось. Лут не понравился. Mm-hmm. О, очечи. Очечи я одел. Шлемы очечи. Мне главное яблоки. Понимаю. Кстати, яблоки. Напомню, у меня там все. Нет. Да, Макс, по дисплею, что пиздец. Нашел я. С долами. Бля, ты где ты? Отставят меня, отставят меня. Кто яблочко нашел? Я бы скотчем был бы рад. Он тоже закрылся. Блин, ну место, конечно, и дебильнейшее, это аэропорт. Вообще ничего здесь нет. Бля, что так лагает? На. Сука. Бля, там можно, не знаю, брать, не брать, не прекратиться, но, бля, разбавить. Арбалет, Максим. Кого? Арбалет. Угу. Возьми. Блин, так ты я уж полдеревни тебя убил. Убил? А? Убил? Блядь. Я в палубу, меня захватили, заебали. Спроситься. Школы попить и дают попить, поесть. Я думал, что у меня топор не простал. Если пора, это не игра. О, ящичек. Твоя любимая. На. Ползет еще. Блять, вот. Вот когда он если ползет, все, я 100 пудов слою, какой-то баг, блядь.
карту на купол. Так, у меня наоборот это не снимало, а вот кого там приходит. Не, ну так, знаешь, пускай кого приходили. Блять, вы назад. У меня, походу, зомбаки прогрузились. Колонку где попал. Пиздец, выбежал там. Я уже подзаебался бинтоваться. Ну, давай подзаебим. Ой, ёпта, Стася. Хорош, ёпта. Ёпта. Тесак. Тесак мне не нужен. Ну что? Их будешь читать? Mm-mm. Следующий раз. Что у нас? Потом следующий. Ну, короче, кто-то в сторону мышки бежал. ЛБ. Ты где? Красностав почти. Это очень-очень далеко. Чё там? Это очень-очень далеко от тебя. Далеко. Потом название. Что такое, даже, наверное, не знаешь. Блядь, пиздец. Ты, блядь, пекарь уже. Одни пушки. Хера тебе. О, колесо не ебать. Оп, были бы машины. Меня убьют, да и пойдем. Я потому что что-то чую херово место бегу. Зеленогорск бегу. Mm-hmm. Ну да. С Магновым. Хотя ты где-то вверху, да? Mm-hmm. Ну я бегу примерно в сторону Серега где-то. В сторону чего? Где Серега? А я их убью, где Серега? Новодмитровск. Ух ты, да вы считай, не отошли ни хера. В смысле не отошли? Я с Березина забежал до сюда. Но то, что на военке на Тойге нас собрали в тот раз, кто-то проживает, это сто пудов. Сюда, кто-то? Да. Потому что кто-то вышел. Вот. Кто-то вылетел. Ну, закрылся и съебался. Mm-hmm. Это бомб. Еще что-то с СКС-ка. Нормально, через, в принципе, вот.
Я просто думаю, есть смысл? Да не, в Зеленогорск находится. Зеленогорск. Зеленогорск. А в Зеленогорске военка, да? Мы же вчера там были. Мы сейчас попробуем утонуть. Но вот эти типы могли в зеле хватить. Прям по пути все залопано. Что мне Салина просто залили, кто блин. Кажет, что такое жуть. Таким монитором. Ну да, вот машина вчерашняя. Где это? Где это, блядь, щемил от нас? Да, есть ли смысл стоять? Я сейчас сразу там выйду. Ну, все равно. Так, медичка. Морфия все всадить, полегче станет. Конечно, ёп. Тоже не окупили. Нет, но у меня цвета не очень хорошие, скажем так. А при чем есть морфия? Может, или эпифиг. Там надо переливание сделать, а чтобы, блядь, сделать переливание, надо сделать тест на группу крови. Короче, там жесть какая-то вообще. Не заморачивайся, проще померить. Жри много, пей много. Кровушка сама восстанавливается, вот, поможет. Ну, по крайней мере, так правильно. Блин, хреново, что солину нельзя самому себе залить. Это да, косяк. А то я вот собрал как раз. А залить нельзя. У тебя солина есть? Да. Тебе больше скажу. У меня теперь две солины есть. Да в медичку забрал. У меня вообще какой-то, блядь, ситуэйшн, блядь, хреново. С одной стороны зомбак, с другой стороны зомбак. Но лупить топором я уже их устал просто. Попадите уже. Казарма открыта, у нее зомбак стоит. Конечно, врачи, которые здесь же нет никого, блядь. Ворм, блядь, это дэмэдж, нахуй. Файт Кристин вообще. Режь тогда, нахуй. Да.
Ради штаны-то, блядь. Здесь золотой. Не поверю, что, блядь. Были всего лишь одни штаны, но... Ну нет, а вещей дохуя из соседних вещей. Батарейка. Ой. А, все нормально. Так, починим. Просто колес миллион заспавнил. Я запаться и плавал, потому что он выпуляется с попасть. Максон. Как остановить эту дичь? Какую? Ну, запись этой дичи. Да просто закрой программу и все. Ну и все. Ну что, наверное, хорош. Понял. А почему у меня трансляция приостановлена? А почему она не сохранилась? Ну, она не сразу сохранится. Ну, она там в процессе. Короче, надо пошуметь и выходить. Вот так. Вот у меня целых два компенсатора. Они просто заложены на 7 миллионов процентов.
И выходим. Как я люблю. Че ты там пострелял? Да, из КС-ка. Магнум. Рюкзак весь в горке. Ну, шлем, понятно. Это серьезно, типа. Ну, бля, жить можно. Давно такой хуйни не было. Ошибка с памятью. Накаркали воды. У меня есть кирка. Ну, кстати, смотрел видео, комарик? Посмотри. Люто. Люто ржачного. Я как бы поржал. Да блять. Просто. Чего все время? Хера. Че? Ни хера нашел я. Блять. Мне кажется, на побережье больше спавнится, чем здесь. Здесь вообще просто ничего нет. Ну ладно, выходи, поможешь мне в ютубе покопаться. А чё ты хочешь? Чё ты хотел? Ну, допустим. Моя страница, да? О, у меня один подписчик, ты что ли? Да. И удалить на кого я под... А, вот, подписки. Как его удалить, блядь? Отписаться. А, надо на него заходить, да? На кнопочку нажимать, отписаться. Я чью тоже писался, заебал. Сгоняет. Я даже не так писал. Да я же отписался. Yeah.
как? Че? Как он загружается? Ну он сам загрузится, не вообще ничего не надо. Ну, понимаешь, ему надо, пока он запишет это все. Потом опубликуется. Ну, я никогда не ждал. Макс, Андрей. Ну, ты доиграл, вышел? Не, я там бегаю. Ну, говори, говори. Не, мне надо что-то. Ты что, смотрел? Да, ну играй пока, пока копаюсь. Ты что там лазишь? Мак. Что делаешь? Бегу. А? Бегу. Уколы. Бомбить. Кидаю. Что, выложился? Блять, все-таки он меня записывал. Как его удалить? Кого, видос? Да. А я это знаю. Не удалял. Менеджер видео. С левой стороны. Магазин на рак. Чё, блядь? Тупо.
А, вон, блядь. Ну что, менеджер идет. А как ее найти? Ну у тебя их там много видео, что ли? Можно ничего не делать. А? У тебя что, там много видео, что ли? Я не знаю, каким-то образом зашел на YouTube. Да. С правой стороны, my channel. Нет. Вот, зашел. А, вот оно, все. Блять, как его удалить? Менеджер видео зашел. Ну. Подожди, сейчас я на свой канал зайду. На, выделяю видео. Ну да, я думаю, там где-нибудь что-нибудь как-нибудь. И чё? Действие удалить. Ну. Все удалено. Зачем записывал? Так, блять, там я... Короче, я нажал два раза трансляцию видео, и оно было двойное. То есть, понял, два экрана был. Ага, два захвата у тебя получается, да. Да. То есть... То есть, как так? Ну, я понял. Но так же и вебку вставляешь, ну, понял, да? Ну, да. Захват вебки делаешь здесь. Что, прожитый имеешь в виду, Балач? Да нахуй, еще моя рожь там не хватало. Не, ну я в общем. Ничего сложного. Ладно. Бля, надо страницу нормально настроить. Да, это там долго все настраивает. Я понял. Лады, давай до завтра. Давай, давай.
давай, все, прочитай. Эфедрин. Thank you.
Спасибо.